Закручивания гаек не будет. В этом убеждена юрист Анна Татарникова, известный в крае адвокат, который ведет громкие дела, давно следит за тем, как развиваются процессы, где речь идет об экстремизме. Юрист считает, побег Марии Матузной из России не отразится на ходе других громких судебных процессов по интернет-мемам. Напомним, в Алтайском крае заведено 4 таких дела. Теперь всем остальным обвиняемым, говорит Анна, нужно просто строго соблюдать закон. А еще ждать, когда Госдума примет предложенные президентом поправки в УК, согласно которым тех, кто разместил незаконный мем впервые, следует привлечь только к административной ответственности. А поскольку этого в отношении них не производилось, ну и там в любом случае сроки давности, допустим, сроки возможности привлечения к административной ответственности тоже будут уже пропущены, они утрачены, и это никак не восстановимо, в принципе. После того, когда вступят эти поправки, ну даже в той редакции, пускай как внес президент, по ней и по другим обвиняемым, ну, с вероятностью 99% дела будут прекращены. Напомним, судебное разбирательство по делу Марии Матузной началось в августе, а 9 октября суд решил вернуть дело в прокуратуру на доследование. Подсудимая восприняла это как знак о скором прекращении дела. Более того, ей разрешили, несмотря на подписку о невыезде, поехать в Москву на съемки в телепрограмме. Именно оттуда Мария, как потом выяснилось, через Белоруссию уехала в Украину. Сейчас она неохотно общается с прессой, но на ряд наших вопросов ответил ее представитель. Почему уехала, когда здесь, в России, суд вроде бы повернулся к ней лицом? Потому что это не гарантирует ей свободу все еще. И она в списке экстремистов все еще. Собирается ли вернуться и при каких условиях? Возможно, при истечении срока давности ее дела. Но не факт, потому что сейчас ее объявят в розыск, скорее всего. И, скорее всего, ситуация усложнится. Между тем, Анна Татарникова считает, что если Мария вернется в Россию после принятия поправок, то уголовное преследование ей уже не будет грозить. Между тем, как нам пояснил представитель Марии, она уже строит планы на жизнь в Европе. В Украине, скорее всего, не задержится. Илья Кочетков, Александр Антропов, наши новости.